БТБ готова помочь нарастить поставки российского металла. Как отметили на бирже, санкции существенно сузили географию экспорта этой продукции. Поэтому использование биржевой площадки как дополнительного канала продаж может помочь в решении этой задачи. Причем речь идет не только о белорусском рынке. БТБ готова предоставить российским экспортерам прямой доступ к потребителям из стран СНГ, Азии и Африки через механизм транзитных сделок. Также привлекателен характерный для биржевых торгов низкий уровень риска, который достигается путем применения принципа «поставка против платежа». Главный плюс для российских компаний в том, что они могут реализовывать металл с отсрочкой платежа и быть уверенными, что в оговоренный срок оплата поступит на их счет. В свою очередь, белорусские покупатели получают бесплатный товарный кредит. Биржа в этом случае выступает гарантом соблюдения обязательств сторонами сделки.